Привет! Скоро 23 февраля. Праздник настоящих мужчин. Так что, тёлочки, я обращаюсь до вас. Уже начинайте готовить подарки. 23 февраля я всех жду у себя дома, в гостях. Можете мне дарить там подарки. Только одеколон не дарить, потому что я не пью. А все остальное можно. Да. Только чеки не забудьте, потому что если мне подарок не понравится, то, ну, вы поняли.